Далеко не все родители располагают средствами, чтобы в одиночку собрать школьника к 1 сентября. Поэтому в преддверии Дня знаний сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели акцию «Собери сирот в школу». Подопечные отдела по делам несовершеннолетних были обеспечены школьными принадлежностями. Благодаря неравнодушным сотрудникам дети из малообеспеченных семей смогут пойти в школу. Акции также оказывается и адресная помощь семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Ежегодно помощь в сборе детей к новому учебному году получают свыше 100 хасавюртовских семей. Одно хочу сказать, поздравляю вас с наступающим новым учебным годом, с первым днем знания. Вашим детям желаю, чтобы они окончили школу очень хорошо, чтобы выбрали профессию, стали достойными людьми этой жизни. Будет для вас опорой. Мы верим, что каждый ребенок достоин всего самого лучшего, потому что со временем отдаст миру столько, сколько мир вложил в него. Поэтому для каждого взрослого человека очень важно хоть что-то отдавать детям, которые нуждаются в помощи со стороны, отметили организаторы акции. Ребята и родители поблагодарили сотрудников отдела по делам несовершеннолетних за оказанную помощь и пообещали получать в школе только положительные оценки. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».